Всем привет, друзья! Вы на канале MaxMan, и сегодня в данном видео я покажу вам телефон Redmi 9. Я не буду рассказывать подробные характеристики этого телефона, я просто покажу, где я его покупал. Покупал я его на сайте AliExpress. Этот телефон предназначался для мамы, в принципе, она им будет пользоваться. Сейчас у нее Redmi 5, вот такой вот, в хорошем состоянии. Тут у нас версия 3.32, стекло Nilkin наклеено, в общем. Видео тут справа в углу есть, когда я его покупал, также покупал на AliExpress. Ну и в общем, была хорошая цена на Redmi 9, и я решил купить версия 4.64, которая уже имеет разъем Type-C. Телефон я уже открывал, распаковывал, смотрел, то есть он лежал, предварительно его клацали, но он еще в заводских пленках. В наборе у нас тут инструкция, чехол, скрепка. Вот такой красавчик. И далее у нас Type-C кабель, USB Type-C. Вот. И зарядка европейского типа. Скорость зарядки 10 ватт. Хотя телефон поддерживает быструю зарядку. Вот тут даже написано. Вот, да, 18 ватт. В общем, это видео снимаю в преддверии распродажи «Черная пятница». Этот телефон я покупал в магазине Mi Global Store, 3.4 вставляю скрин. Но и также именно в описании под видео я добавлю все ссылки на магазины, в которых я покупал. В принципе, в этих магазинах никаких проблем нет. Телефоны в Украину доходят без проблем на Укрпочту. И в общем, включу телефон. Он включается, я уже клацал его. Вот сразу сравню. Без чехла. Redmi 5. Тут у нас диагональ вроде 5,2. И Redmi 9. Вот так вот. Тут у нас microUSB. Кстати, этот телефон я буду продавать по Украине. Версия 3.32. Состояние идеальное. То есть реально целый. Экран не коцанный. Все время был под стеклом. Тут просто вытерти нужно и будет красота. Объявление на данный телефон будет у меня в Телеграме в группе, поэтому так, заходите, кому интересно. Все, включился у нас Redmi 9, ну и давайте сорвем пленочки. Вот она у нас происходит. Есть. И вот наш Redmi 9. На экране вроде бы наклеена защитная пленочка. Повторяю, телефон у нас версии, сейчас покажу, я уже обновил его. Тут у нас версия 4.64. Эта версия, кстати, обращаю внимание, без NFS. То есть она дешевле, ну, в принципе, маме NFC не нужно, поэтому я взял именно такой цвет, Ocean Green. Такой телефон я покупал в районе 110-115 баксов. Поэтому, если вы ищете такой недорогой бюджетный телефон, я могу смело рекомендовать Redmi 9. Тут очень приятная вибрация, тут хорошие динамики по громкости, тут экран Full HD уже идет по сравнению с Redmi 5. Тут у нас есть поддержка Wi-Fi двух диапазонов, 2,4-5 ГГц. Тут у нас Type-C разъем. Тут у нас есть джек под наушники. В общем, телефон реально хороший, хорошая батарея. MIUI. Максимальная версия MIUI на сегодняшний день MIUI 11. Глобальная прошивка, версия 64 гигабайта. В принципе, вот тут чуть-чуть установлена программа. Свободный 64-47. Ну, так вот. И Android 10. У Redmi 5 у нас максимальный объем, в принципе. И при этом MIUI у нас также 11.02. Правда, версия Android 8.0, это максимальная. Так, Redmi 5. Тут у нас версия 32 гигабайта, тут у нас версия 64 гигабайта. Да, лопата, мама по этому поводу чуть-чуть переживает, что телефон большой. Но на самом деле, к хорошему привыкаешь быстро. И его лопата в данном случае, он реально компактный. Из-за того, что он узенький, в руке он лежит хорошо, реально. В принципе, телефон комфортный. Я могу смело советовать такой телефон для родителей. Либо, если вы ищете недорогой бюджетный телефон. В принципе, экран очень хороший. В YouTube Full HD поддерживается.
Короче, все круто. Друзья, ссылки на магазины, в которых я покупал телефоны на AliExpress, я оставлю под видео в описании. Поэтому, кому интересно, можете смело заказывать в Украину, ну и, кстати, в Россию, в страны СНГ. Эти магазины отправляют без проблем. Всем спасибо за просмотр. И повторюсь, что купоны и промокоды в преддверии Черной пятницы я публикую у себя в Telegram-канале. Ссылка также будет в описании. Вступайте. Если хотите заказать телефон, либо какой-то товар по хорошей скидке. Всем пока!